Так, камера, мотор, пошло. Сегодня выходной. День Конституции у нас в Казахстане. С утреца вышел, думаю, на рыбалочку. Вот немножечко тяжечку карасиков наловил. Добренькие такие. Сейчас даже покажу, куда я ходил ловить их. Вот переходим медленно сюда. Вот они где-то красавцы. Вон лед. Один вон отдыхать лег. Остальные бытом заняты. Хренасит. Вот такая у нас рыбалочка. Ребята. Хренасим потихоньку.